Oh, it's going again! Stop and go on! Oh! That was just a joke. I did it all with my mouth. Ну да, блядь. Давай, мы должны рассказывать весь прикол серой ночи. А, ты уж снимай? Ты заебал, да? Это начало. Мы должны разбудить человека. У нас две галогенки, которые мощные. Но не всегда, чтобы разбудить человека, нужно создать эффект падения. Иногда можно применить второй метод. Сейчас мы вам покажем. Я первый пойду, подожди. Ты взял пиво с собой, чтобы показывать ему и орать? Иди, иди, возьми за пиво. Он будет орать жигурь, залдец. На счет три заходит. Стой, стой, стой. Я зайду туда, короче. Буду снимать оттуда. Зайди, я тебе резко выключу. Он вот здесь лежит. Не-не, давай сразу в лицо, без света. Он разбудится. И ты говоришь сразу в лицо. Ты целый стакан выпил прям разом? Бля... Абсолютно купил, даже афанцев не пьет. Я попью такую гигантскую кружку, я пью всю ночь. Глоточек. Я уважаю. Вот сколько он пожадничал, все другое. Бля... Все, ты что, пухаешь? Я не пьянею, мне дохуя надо. Да-да-да-да-да. Да мне сразу глоз. Нет, нет. Тебя забанили, ты не можешь ничего не отгометить. Мне слизистую сожгло. Слизистую его сожгло, слышал? Смешно. Так что у нас есть актер любимого фильма. Помнишь, я тебе рассказывал, когда надо жестикулировать? Покатай меня, большая черепаха. Покатай, Сань. Тихо, тихо, тут собака. Катай его. Укусить вообще охренел, достал. Злость. Отрицание. Да ладно, мы еще поржем над этим с ребятами, чуваков. Это истерика. Признание. С другой стороны, я так подумал. Ну и хрен с ним, ну и пускай так. Прими меня, Господь. Бас такой и до земли доходит. Башка так. Пип. Мятный пирожок. Ника Бадзауа! У меня слов нет. Это как бы тайные вещи. We all like drunken here. We sleep by the screen and operator can catch us. Look at this. Where am I? Oh no, you can't see me. Слушай, разный. Сейчас, погодь. Дух, ты видишь, ты видео делаешь? Это разборка. Нет, не мешай. Это не об этом. Ну что, ты снял? Да не, ща, подожди, что-то я сам не могу. Давай уже. Когда аватарки мне будут?
Вась! У меня просто денег нет. Самое слабое, думаю. Как можно назвать его Тревий или Ганонбар? Совсем ёбнулся. Читай! Йогурт бифидус с ревенем. Ревенем. Типа его? Название такое Рхубарбе. Рхубабе авэк морталес. Заткнись. Окей. Из Аушан. Аушан. Аучан. 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 Больше нет? Газировки. Все выдержано? Да, я вас только пью. Газировка. Ну ладно, то пью. Все. Вот такие наработки. А постоянно выпьем водки. Серег, ну что, стаканчик абсента добудешь? Давай. Зачем мне убить? У тебя хорошо получается. Лучше, чем у кого-либо. Честно сказать, я никогда не видел, чтобы человек столько выпил разом. Не сблевал. Ой, погоди, ты чуть неправильно не съел. Вообще-то съел. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Что это за? Хо-хо-хо. А ты сейчас съел столько кислоты, сколько я не видел, чтобы хоть кого-нибудь съедал. Навис! Наебись. За ствол. Только свистнем по яйцам. Вас что-то пугает? Что-то от вас душит? Ты, сука, Серега. Дорогой зритель, я обращаю твое внимание на часы. Сейчас ровно 9 часов вечера. Нам остается 9 часов 1. В это время заканчивается детское время. Дети посмотрели «Спокойной ночи, малыши» и отправляются спать. В это время взрослые перенимают эстафету телевидения и садятся перед экранами. И тогда лучшие телеведущие Первого канала говорят нам, что произошло в мире за сегодня. Это время мы называем новости. Я хочу обратить твое внимание, дорогой зритель, на то, что сейчас в новостях городит один негатив. К сожалению, мы не можем обвинять этих чудесных людей, которые ведут новости, в некомпетентности. Они всего лишь читают телетекст. Но нам нужно что-то сделать с этим миром. Нужно добавить положительных новостей. Заткнись! Заткнитесь! Задачу я возьму на себя. Не хордизнись! Он и сы! Аллах Вагба! Аллах Вагба! Аллах Вагба! Аллах Вагба! А че меня не акбардули? А я труп! Бля, у меня живот болит! Господи, боже мой. Кто-то должен был положить этому конец. О, господи. Он, наверное, был телеведущим арабского Аль-Джазира. Однажды новости будут вести не люди. По имя Аллаха. Только что я буду вести новости. Ты будешь вести что... новости во имя Аллаха. Точно. У меня нет глаз. Я абсолютно справедлив. Я не могу читать. Я говорю, что думаю.
Также я хотел бы подчеркнуть, что в новом мире, который мы построим вместе с вами, не будет места насилию. Не будет места злобе и негативным эмоциям. Мы будем всегда улыбаться. И смеяться. Аллах, Акбар! У меня так много пушек, что ваши мамы охерели бы, если бы увидели эти пушки. Да твоя мама может покоряться с экватором. Такие разрывные, что если попали в твою мамашу, она бы разлетелась на куски на всю вселенную.